зовут Катя. Мне 5 лет. С половиной будет зимой 6. Меня зовут Соня. Мне 4,5 лет. Меня зовут Ярослав, мне 4 годика. Меня зовут Лика, мне 5 лет. Я Виолетта, мне 5 лет. Меня зовут Даша, мне 5 лет. Меня зовут Валя, мне 5 лет. Что такое турбота? Заботиться – это если человек заболел, а надо сделать уроки. Заботиться – это когда человек ухаживает за другим человеком. Чистота и порядок. Забота – это нужно за животными ухаживать, за котятами, за собачками. Яку б тварину ти б собі завів? Кролика, зайчика. Маленькую собачку с белым пухом. Кошку. У меня есть домашняя животка – улитка. Собачку или кошечку. Мышку, ну она и так у меня есть, и котика, и собачку. Яка твоя улюблена страва? Суп. Бутерброды с колбасой. Конфетки и огурчик. Кашу кукурузную и котлету рибную и перекусную. Кашу геркулесовую. Морозиво або торт? І то, і то. Морожене. Торт. Морожене. Арбузове. Торт. Шоколадне. Морожене. Що тебе відрізняє від інших людей? Я особливо грати в футбол. Що маленьке. Я хороша других людей і добра, і всегда маму люблю. Виолетта говорит, что она красивее, а я говорю, что я. Тянуть, что такие люди взрослые, а я пока что еще маленькая. Что б ты побажав усім телеглядачам? Счастья и здоровья. Заботы, чтобы они были здоровы. Радости. Я хочу пожать ручку и сказать хорошего дня. Вони були здорові.